Здравствуйте, добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Lenovo Z5 Pro. Сейчас я вам покажу, как на этом замечательном устройстве добавить язык системы. То есть новый язык системы, как его изменить, как добавить новый. Короче, наблюдайте. Мы переходим в настройки и пролистываем в самый низ, где выбираем пункт Advanced Settings. То есть не самый последний пункт, но вы увидите, что... Ладно, скажу, что здесь нарисовано. Здесь нарисована шестереночка в сером кружочке. Шестереночка. Внимание, шестереночка. Итак, открыли Advanced Settings и видим здесь самый первый пункт, язык и ввод. Тыкаем в него. Мы видим, какие у нас есть языки, то есть, да, русский и английский. Соединенные Штаты Америки. Нажимаем. Это у меня русский и английский, у вас могут быть другие. Вот, и видим, это те языки, которые у меня есть. Итак, поскольку у меня есть два языка, эти два языка, два языковых пакета, они установлены изначально в телефоне. Да, и как мне изменить сейчас с русского на английский? Потому что английский уже добавлен. Итак, смотрите. Справа от каждого языка есть такой ползуночек. За этот ползуночек можно взяться, то есть нажать, удерживать и передвигать. То есть, смотрите, нажимаю на ползунок английского и передвигаю его на первое место. И смотрим, наблюдаем. Все, телефон переключился на английский язык. То есть вместо языки у нас уже здесь languages. Вместо ноября у нас November. И вместо четверга у нас Thursday. Итак, отлично. Мы переключились на английский язык. Если мы хотим добавить вообще другой какой-то язык, нажимаем Add Language, ну, то есть добавить язык, там плюсик будет нарисован, и выбираем тот язык, какой вы хотите, который вы хотите добавить. Я добавлю, допустим, какой-то китайский. Выберу регион китайского языка. Я не знаю, я не понимаю китайский язык, поэтому выберу первый лучший регион. Вот, отлично. Видите, язык добавился. Но что мне сделать, чтобы его переключить? Для этого я просто возьму ползуночек и перетащу его на первое место. Надеюсь, что сейчас я успею переключить его обратно. Отлично, то есть мы видим, мы можем зайти в какое-либо приложение. Вот, мы видим, что уже везде нас сопровождают родные для этого телефона иероглифы, да, то есть они фактически везде. Вот, то есть мы успешно переключились, и даже клавиатура уже успелась переключиться на родной для себя язык. Итак, для того, чтобы включить опять русский язык, мы переходим обратно сюда, в это окошко, и тянем за русский, и ставим его на первое место. Отлично. Видим, что родные буквы появились в системном интерфейсе. Для того, чтобы удалить китайский язык, потому что он даром нам не нужен, нажимаем «Удалить». Выбираем язык, который хотим удалить, а мы хотим удалить китайский. И нажимаем на корзинку в правом верхнем углу. Соглашаемся, и вуаля. Китайского языка уже нет. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. До встречи!